И к нашим дорогим, замечательным гостям присоединяется заслуженный артист нашей страны Александр Олешко. От всей души приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поблагодарить за оказанную мне честь сегодня быть вместе с вами замечательными, удивительными, прекрасными, честными людьми. Вы знаете, есть такое изречение: некоторые люди забывают расписаться в списке присутствующих на земле. Совершенно ясно, что каждый из вас расписался в этом списке и не единожды, на благо и процветание нашей прекрасной, огромной и удивительной Родины. Я хочу вам за это сказать огромное спасибо. Ну а глядя на вас, вы знаете, мне хочется использовать эту удивительную возможность. Есть в нашей стране песни, когда ты начинаешь их петь на сцене, в зале их начинают подпевать. И продолжать эту песню вместе с артистами. Это своеобразный код «свой-чужой». Это значит, что в этих песнях есть не просто прекрасная, узнаваемая, любимая музыка и удивительные стихи. В них те смыслы, то содержание, на которое мы можем опираться. Поэтому позвольте мне, пожалуйста, вместе с вами и предложить всем тем, кто в этом зале, исполнить песню, которую точно знает каждый. Замечательная, любимая, легендарная песня, которая называется «Родительский дом». Поем все вместе. Где бы ни были мы, неизменно уверены в том, что нас примет с любовью. Наша пристань — родительский дом. Родительский дом — начало начал. Ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. Хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. Поклонись до земли своей матери и отцу до земли поклонись. Мы с тобою в долгу не оплачиваем, свято помним об этом всю жизнь. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. На сцене глава многодетной семьи, одновременно глава местного самоуправления Таншаевского муниципального района Нижегородской области Станислав Стремин с супругой и будущими маленькими муниципальными работниками. Прошу любить и жаловать, друзья. Эти подарки, эти цветы, эти аплодисменты вам. Я видел, что сегодня некоторые на сцене плакали, когда выходили за заслуженными наградами. Пускай слезы будут только от счастья. Спасибо вам большое. Поздравляем.